В частности, сейчас на сцену выйдет группа Smash. Группа Smash образовалась совсем недавно, но тем не менее у нее уже есть контракт с Universal Music. Когда-то оба солиста пели в группе Непоседы. Потом они оправдали название группы, ушли из нее и создали свою Smash. Ну, Smash по-английски это бить, ударять. Я надеюсь, что участники этого дуэта не перебьют друг друга, потому что действительно очень хорошо поют. Энди Хилл и Майкл Гарвин, песня «Talk to Me», исполняет группа Smash «Россия». Встречайте! Вот уже поклонники у ребят. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. А нам с тобой, Лера, до сих пор никто еще чего не вынес. Хотя бы деньгами. Итак, мнение жюри.